Древняя театральная классика тоже попадала на действенные полотна советских киноэкранов. Дореволюционная пьеса Лопе де Веги «Собака на сене» была одной из тех, которые удостоились такой чести. История любви вдовствующей графини Дианы к собственному безродному секретарю Теодоро была экранизирована на Ленфильме в 1977 году и явлена народу 1 января 1978 года в качестве новогоднего подарка. Коллизия любовной истории графини к секретарю в пьесе развязывалась достаточно просто. Слуга Теодоро, предварительно переодевшись греческим купцом, настучал старому графу Лудовико, что Теодоро – это его родной сын, который в детстве был похищен маврами на Мальте, но теперь нашелся в Неаполе. Лудовико признал Теодоро сыном и даровал ему графский титул и много денег. А руки вдовы теперь были развязаны для великой графской любви. No.